Всем привет! С вами снова я, Олег Карцев, из Беларуси, тот самый, который на Мальдивах уже более 20 лет. Сегодняшний выход моего канала не совсем обычный. Он не будет посвящен красивым странам, как в них выживать, где нырять с аквалангом. Сегодня мы будем заниматься техническими вопросами. Как обслужить регулятор Atomic Z1 экзотической американской марки, который прослужил мне верой и правдой с далекого 2003 года. У нас случилось большое недоразумение. Регулятор Atomic, которому 3500 погружений, наконец стал пропускать воздух. Несколько раз мы его обслуживали, но где его обслужить? В сервисный центр не отправить, поэтому мы все делали своими руками. У нас есть очень хороший мастер, которого зовут Абдул. Он работает в компании Ocean Dimension. Барабар, Абдул. Барабар. Сегодня мы проводим техническое обслуживание регулятора Atomic Z1, на котором мы проведем полное его техническое обслуживание в местных мальдивских тропических условиях с использованием ультразвуковой ванночки и заменой всех возможных резинок, которые мы найдем для осуществления технического обслуживания и ремонта данного экзотического регулятора. Всем привет! Меня зовут Олег, его зовут Абдул. Мы на Мальдивах, и мы будем сейчас ремонтировать регулятор Atomic Z1. Не имея ни малейшего представления, как это делается, но имея опыт ремонта и обслуживания других регуляторов. Сначала мы откручиваем шланги. Вот они, шаловливые ручки. Открутили шланги высокого и низкого давления. Вот, потому что обслуживать мы будем сегодня первую ступень регулятора Atomic. У нас есть все необходимые инструменты, не волнуйтесь. Вот эта вот штука и называется первая ступень регулятора. Здесь тип соединения у нас INT International. Или он же называется еще YOK. Абдул, let's go. Time started. Открутили винт с струбциной. Для того, чтобы разобрать регулятор, нужно специальные ключики, которые вставляются в дырки высокого и низкого давления регулятора. Внутри регулятор оказался очень зеленым, и нам предстоит, для того, чтобы его почистить, погрузить в ультразвуковую ванночку. Смотрите, что творит. Это следующий этап работы. В принципе, особо сложного нету ничего. Но нужно поменять все резиночки и нужно использовать ультразвуковую ванну для того, чтобы очистить от коррозии, которая здесь имеет место. Регулятор сделан из браса, вот поэтому мы видим вот такой вот зеленый налет, от которого нам предстоит избавиться. Регулятор не из дешевых, вот это версия Atomic, которая идет со второй ступенью Z1. Вот, ну вот регулятор у нас разобран на те элементы, которые сейчас перед вами представлены. Особо как бы ничего сложного нету, но все это предстоит почистить и обслужить. Правда, Абдул? Yes, of course. Of course. Для ультразвуковой ванночки мы используем специальную соль для хорошей реакции. Вот наша ультразвуковая ванна, куда мы сейчас добавим воды. И у нас будет специальный раствор для очистки металлических элементов нашего регулятора от налета зеленого цвета. Thank you.
все, что мы будем обрабатывать сейчас в ультразвуковой ванне, мы складываем в специальную ванну с сеточкой. Смотрите, сколько у нас тут всяких железяк. Абдул наливает горячую воду в ультразвуковую ванну. И сюда же будут отправлены у нас не только металлические, но и резиновые элементы. Процесс космических технологий. Ультразвук. Пять минут достаточно. У нас очень мощная ультразвуковая ванна. Да еще специальным соляным раствором. Вот результат нашего процесса. Вот все окислы и оксиды у нас удалены ультразвуковой ванной. И видите, здесь появилась так называемая такая красная часть. Это брас. Это чистая медь. Вот. Но, к сожалению, регулятор выдержал очень много погружения, где-то порядка 3500. Вот поэтому у нас гальваника вся слетела от старости его эксплуатации. Ну что делать, Атомик, вот один из самых оказался долгоживущих регуляторов. После ультразвуковой ванночки нужно все промыть, потому что кокос, там был специальный соляной раствор для ускорения реакции. Каждый элемент вдруг сейчас помоет с мылом. Сборка регулятора. Мы практически в полевых условиях. Мы этим занимаемся каждый день. Мы обслуживаем свои регуляторы. Вот, но в данном случае у нас производится реанимация нашего старичка Атомик. Абдул, золотые ручки. Да? Да. Ну, после этой щетки последний хром точно сойдет. Барабар. Итак, мы мальдивскими народными методами, мальдивскими шоколадными ручками отремонтировали легендарный регулятор Атомик, которому больше 3500 погружений. Сейчас мы проверим, как что что. По-моему, даже ничего не шипит. Все замечательно. Барабару? Атомик is the best. Барабар. Атомик Барабару? Атомик Барабару. С вами был я, Олег Карцев, Мальдивские острова. Подписывайтесь на мой канал, обязательно лайкайте, приезжайте в гости на мальдивский остров Кеха. И также у вас есть редкая возможность приобрести с автографом автора мою книгу, которая так и называется «Мой дайвинг. Про путешествие по всему миру с аквалангом».